девочка и звонила, блядь. Почему она кашу твой номер, если я ей звонила, блядь, логика. Сегодня мы будем снимать, как защищает ваш любимый смартфон защитной пленки, которые призваны защитить ваш любимый гаджет от механических повреждений. Мы уже наклеили пленочку на iPhone. Видите, айфончик работает, все с ним в порядке. Эта пленочка просто защищает саму защитную пленку от царапин. Как ни странно, это может показаться. Но здесь я покажу, как выглядит сама защитная пленка. Я думаю, видно, да? Вот она. Я не буду ее целиком отклеивать, чтобы было видно, что она налеплена. На сайте производителя пленок вы можете посмотреть ролики, как они выдерживают прямые удары молотков, зубил, вообще различных тяжелых предметов. Я почти уверен, что и сейчас пленка защитит наш гаджет от механических повреждений. Давайте я попробую начать. Видите? Пленка работает. Даже если я ударю чуть-чуть поближе к краю, она спасет ваш iPhone. Если посильнее. Как видите. Я уверен, что если бы пленки здесь не было, телефон бы уже давным-давно разбился. Но, как мы видим, с пленкой все абсолютно в полном порядке. Повреждение почти незаметно. Более того, мне кажется, что я могу попробовать перевернуть аппарат. И пленка даже защитит его с другой стороны. Давайте попробуем. Видите, как оно работает? По-моему, это просто замечательное защитное средство, которое каждый пользователь обязан иметь для защиты своего аппарата. Смотрите. Внутренности аппарата почти не повреждены, несмотря на то, что я довольно сильно его бью. И даже сейчас он все еще продолжает подавать признаки жизни. Кнопка, пуск вышла. Я почти вижу, как там показывают прогноз погоды. Давайте уберем аккумулятор, потому что аккумулятор все-таки не защитится никакой пленкой. А все электронные остались целы до сих пор. Я вам больше того скажу. Эта пленка способна защитить любой аппарат от повреждений любой техники вообще. Вообще любой техники. Смотрите, как работает пленка. Даже на соседний девайс. Пленка защитит ваш винчестер. Наши данные останутся целыми. Пользуйтесь пленками китайских производителей. Все будет хорошо. Спасибо. Там бьет. Там дернули трубку. Well, hello, Bluebird. Did you stop by for my Selena Gomez tap water? It's the finest water in all the land. I'm giving it away to help kids. Have some. It's delicious. Selena tap. It's just like your water. Good, huh? But you can feed imaginary cartoon birds with it. So good. Get Celebrity Tap and help UNICEF provide clean water to millions of children in need at uniceftapproject.org. Здорово, как дела? Здорово. Нормально, да, Саня? Дверь. А, пацан, слышишь? А, чё? Ты можешь дверь открыть у подъезда, ёбаный? Сейчас, да. О, а я думал, у тебя ключи есть, пацан. Пацан. О, нихуя. О, нихуя. О, спасибо, пацан. Да, конечно. Я решил стать художником. Что это такое? Иди сюда.
Иди, иди сюда. Иди сюда. Вот это вот кто сделал? Кто вот это сделал? М? Кто сделал, спрашиваю? Чего ты умираешь сразу? Кто вот это сделал? Кто уронил кролика? Воду. А? Ай-яй-яй-яй-яй. Бессовестный. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну-ка, уходи. Все, не хочу тебя видеть. Иди на место. Быстро. Быстро на место. Я кому сказала? Ну-ка. Ах ты. Быстро на место. А что такое? Что такое? А ну-ка. Быстро. На место. Быстро. Ах ты, обезьяна. Ну-ка, быстро на... Быстро на место. Il tuo sorriso, ma soprattutto mi manca il tuo respiro sulla pelle. Two mints, double freshness. Air Action Vigasol, a fresh air explosion. Так, блондинка заходит в библиотеку. Все. Привет, я спою вам песенку «Ранеток», а тебе называется...